Всем привет! Давно меня не было. Сегодня решил поснимать видосы с распаковкой жвачек. Вот такая у нас Ларри. Турция. По производителю не скажу. На розовом есть всего 4 наклейки. Вот эта обертка. И там очень много, наверное, листа 2-3. То, что эта жвачка продавалась в таком пакетике и лежала жвачка прозрачном. И брелок на ключе. Там разные, даже не знаю, как назвать, там и мульт персонажей, и там какие-то дети, еще что-то. Ну, такое рисованное, как бы все мультипликационное. Наклейки, по идее, какие-то турецкие знаменитости. По производителю, если будет на обертке, да, серия это она и есть. Кстати, как-то она вся опять слипшаяся. Ну вот, как всегда у нас. О, еще обертку порвали. Жвачка опять потекла. Так, давайте смотреть. Есть у нас здесь производитель или нет? Ну, скорее всего, по мне, это что-то из современного. Если, ну, кто знает, пишите. Мне кажется, это более позднее, когда уже производитель не указывался. Как-то это все непонятно. Хотя наклейки. Непонятно, я не вижу вот здесь вот. Ладно, сканы сделаю, как всегда, на диске у нас все это есть. И вот так вот, видите, она тоже стеклянная. Через какое-то время все это будет лопаться. То есть, если покупаете жвачку, не открывайте вы ее. Ну, ничем вообще не пахнет. А, ну мягкая зато. Но довольно-таки такая не ну, средней мягкости, скажем. Да, ну, прям вот крошится она вся. Вот эта потверже часть, вот эта вот более мягкая. Ну, все это в труху. Опять мы здесь намусорили. И зато первый номер. Прям нам как свезло. Я не знаю, кто это. Армаган, может быть, там, я не знаю, вы меня там заругаете, вы всех знаете турецких знаменитостей, может быть, это политик или еще кто-то, я не знаю. Да, забыл сказать, но я говорил, что иногда на общих, в основном, видео, где именно распаковка просто жвачек, которые мы покупаем, я цены называю этих жвачек, 161 рубль она обошлась, аукционная цена от рубля, ну, видимо, ну, ничего примечательного, в принципе. Все 100% совпало, как на розовом, так что вот. Ну, кому было интересно, пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.